Всем доброе утро! С вами Татьяна и полная практика прощения с Green My Life и Ярослав Мудрый-Воронцов. И сегодня мне помогает настроить свое настроение на позитив. Это вот эта прекрасная девочка, Тусечка. Вот такая она ласковая, да? Такая хорошая, послушная. Тусечка, дай лапку. Ну, дай мне лапку, Туся. В общем, что-то она стесняется у нас, да? Тусечка. Вот эта девочка замечательная. Еще у нас есть тут мальчик Ом. Обычно они вдвоем меня встречают, бесятся, прыгают, да? Иногда даже вымазывают. Вот, но всегда радует. Всегда-всегда радует. Настраивает мое настроение на позитив, вдохновляет. С ней всегда можно поиграться, порезвиться, погладить. И настроение сразу же меняется. Да, они очень ласковые, добрые. Вот, я очень люблю животных. Вот. И вот это существо каждое утро помогает мне поднять свое настроение, улыбаться. Радоваться, видеть, как они рады, видеть тебя, встречают. Это всегда приятно, всегда радует. В них столько радости, ласки, вот этой игривости, позитива, который помогает жизни улыбаться чаще, менять свое настроение. Ой, Туська. Вот, менять свое настроение. Улыбаться. Меня это всегда радует. Меня очень радуют животные. Они меня очень вдохновляют позитивно. Я очень люблю животных. И мне они помогают поднять настроение. Кстати, это один из таких моментов, с помощью которых я себе поднимаю настроение, когда что-то происходит не то. Да? Вот. Они меня настраивают на позитив. И как-то вдохновляет, то есть с ними можно перенастроиться на другой лад. Да, если что-то даже не получается, то животные, они всегда помогут перенастроиться. Вот. А еще вот мне слышны прям звуки еще коров тут рядом и где-то пасут. В общем, мне очень повезло с новогодними праздниками, отдыхом, с окружением безумно красивой природы, животных и близких людей, которые дарят тепло, радость, удовольствие, ну а также подарки, в том числе, что тоже меня радует. И желаю вам также хорошо провести, а может даже лучше, но по-своему как-то провести хорошо ваши праздничные дни, настроиться на рабочую нотку, уже отдохнуть перед этим, да, хорошо отдохнуть для того, чтобы максимально реализоваться уже в рабочие дни, войти в них и получить прекрасные результаты, которых вы хотите, и добиться ваших целей, чего я вам очень желаю. Желаю это все приправить ноткой позитива и радости. Все, с вами была Татьяна и полная практика прощения с Green My Life и Ярослав Мудрый-Воронцов. Мы зажигаем звезды на яркой стороне. Ты знаешь, и я знаю, ты можешь это сделать. Начни это делать прямо сейчас. Все, всем пока.